Well, welcome. I actually just woke up. Добро пожаловать. К вашему сведению, я совсем недавно проснулся. I tried to go to bed last night, but I woke up at 2 in the morning, wasn't able to go back to sleep, and so I took an American night's sleep. Я попробовал спать, потом проснулся в 2 часа ночи и больше не спал. Бодрствовал, и потом я спал в то время, которое для американцев ночь. So, good morning. Поэтому всем доброе утро. All right. Let me review, especially maybe some of you weren't there last night, but for everybody, let me review kind of what I want to do today. Я повторю вкратце, о чем я буду говорить сегодня, особенно для тех, кто не был эти два дня, но и для всех. In our first talk, all I wanted to do was share my story and destigmatize the issue of depression and anxiety. В нашей первой части, в первый день, все, что я хотел, это снять клеймо с явления депрессии и тревожности. Я рассказал свою историю. And yesterday, what I wanted to do is just give a general overview of how to help those struggling with depression and anxiety. And I used my story as an example. Вчера я в общих чертах говорил о том, как подходить, как, при помощи каких методов подходить, чтобы помочь людям, которые страдают от депрессии. Medical, therapeutic, and spiritual. Три подхода: медицинский, терапевтический, духовный. Now, like I said last night, I am not a doctor, so I'm not qualified to go in depth on the medicine issue. Как я говорил вчера, поскольку я не врач, я не могу углубленно говорить по медицинскому аспекту. But I did my best to help you understand how antidepressants work and why they help. Однако, насколько я мог, я вам рассказал, что такое антидепрессанты, как они действуют. But what I want to do with my two talks today is go deeper in the counseling issue and the spiritual issue. Сегодня же свои две лекции я бы хотел посвятить более глубокому рассмотрению аспекта душепопечения и духовному аспекту. This talk is going to be on counseling. The next one will be on the spiritual component. Первая часть будет о душепопечении, вторая о духовном. Now, I picked up yesterday that I needed to help you better conceptualize the idea of counseling. Вчера мы с вами столкнулись с этой проблемой, и я понял, что мне нужно лучше очертить это понятие, которое мы будем передавать словом душепопечение или консультирование там. When I speak counseling, you can a good word would just be biblical counseling. Когда я говорю о душепопечении, можно по-другому это назвать библейское консультирование. Because it seems like in your culture there is psychology, there's psychiatrists and psychologists. Потому что, насколько я понимаю, у вас в стране вам знакомы такие категории, как психолог, психиатр. And a psychiatrist prescribes medicine. Психиатр — это тот, кто выписывает медикаменты. And a psychologist does soul care. Психолог занимается душевными вопросами. That's right, right. Ish. Kind of. Yeah. Yeah, well, in America, what has happened is that the idea of counseling has been developed to include the Christian worldview. So when you say counseling, I can just like psychological counseling. Yes. То есть в Америке то, что произошло, я буду это называть психологическое консультирование местами для того, чтобы подчеркивать особенности этого. Психологическое консультирование, оно стало делаться или практиковаться в том числе на основании библейского мировоззрения. So it's there is a field of counseling that doesn't separate psychology from biblical wisdom. То есть есть область консультирования, которая не проводит разделение или не противопоставляет библейское откровение и психологию. So the field of psychology in the past
would never turn to the Bible for help. В прошлом психология никогда не обращалась к Библии за советом. And pastors and Christians and churches in the past would never turn to psychology for help. И со своей стороны пасторы, верующие люди в церквях никогда не обращались к психологам за помощью. And so when I talk counseling, what I'm talking about is a field of help that has emerged. Поэтому, когда я говорю о консультировании, душепопечении или какие-то другие выражения я буду использовать на русском, я говорю об области знаний и практики, where you take the biblical worldview and teachings, в которой библейское мировоззрение и библейское учение берется за основу, and learn from the field of psychology. И с этой, на основании вот этих библейских знаний мы какие-то полезные уроки извлекаем из области психологии. And in this way you integrate the two. In fact, that's what it's called integrative counseling. То есть и получается, что мы интегрируем одно и другое. В принципе, это так часто и называют интегрированное психологическое консультирование. So a lot of what I'm about to talk about might sound like psychology. Поэтому многое из того, о чем я буду говорить, будет звучать как психология. But my goal is to show you that it's actually biblical. Но моя цель будет показать вам, что это все библейские вещи. That the idea of you seeking counseling, psychological help is thoroughly taught in Scripture. Что идея, что мы прибегаем к кому-то за психологической помощью, вполне библейская. And so the way I want to do that is I want to present a biblical defense and a biblical paradigm of what counseling is. Поэтому я представлю библейскую защиту и библейскую модель того, что есть душепопечение. Я сегодня никак не определюсь, какое слово лучше употреблять, вы понимаете. And the reason why this has become something that I talk often about. Эта тема, как-то так получилось, что в жизни я очень часто выступаю с этой темой. Because in my church culture, particularly older Americans, they are very skeptical of any type of counseling. Потому что в моей церкви, субкультура церкви такова, особенно если говорить о старшем поколении, более старых американцах, они с большим подозрением относятся к психологии и психологическому консультированию. So what I found is that I had to take some time to study the scriptures and show my congregation why this is in fact biblical. Поэтому мне пришлось какое-то время посвятить тому, чтобы исследовать Писание и доказать своей общине, что это все в гармонии с Библией. So let's start with the defense of counseling from Scripture. Let me just show you why counseling is biblical. Поэтому давайте мы на основании Писания убедимся, что душепопечение или консультирование, оно не противоречит Библии. The reason why I believe counseling is biblical is because it recognizes biblical complexity. Почему оно является библейским? Потому что оно признает, что Библия представляет человека как сложное существо. You've heard me use that word a lot this week. Вы часто в эти дни слышали от меня это слово. That we need to resist oversimplification. Что нам нужно бороться с желанием все упростить. That there is a simple problem and a simple solution. Избегать того, чтобы представлять проблему в упрощенном виде и искать, соответственно, упрощенное решение. That idea is not found in Scripture. Такого вы в Библии не найдете. Instead, the Scripture has an incredibly complex view of us and the world. Напротив, Библия очень многогранна и сложно представляет как мир, в котором мы живем, так и нас самих. And what biblical counseling does is it makes room for that complexity. И вот библейское душепопечение, его сильная сторона в том, что оно как раз-таки решает проблемы, имея в виду эту сложность. And so the three complexities, I want to defend counseling by talking about three complexities. Complexity of image bearers, complexity of the fall, complexity of sin. Let me think of complexity here. И я буду говорить о сложности, хотя это может быть не лучшее слово, в трех областях.
или многокомпонентности, что ли. Это многогранность грехопадения, многогранность греха и многогранность нас, людей, как носителей Божьего образа. So first, consider the complexity of being an image bearer. Во-первых, подумайте о том, насколько сложен человек как носитель Божьего образа. We are not created like animals. Мы созданы не такими, как животные. Animals are just instinctual beings. Животные — это существа, которые живут инстинктами. But we are made in the image of God. А мы созданы по образу Божьему. What this means is that we are not just machines that act on instinct. Это означает, что мы не просто машины, которые реагируют на что-то инстинктивно. Nor are we just minds, physical minds. Равным образом, мы не просто бесплотные умы. Instead, we are creatures who do emotions and love and creativity and are formed by a story that we inhabit. В действительности мы существа, которым присущи эмоции, любовь, на наше влияние много, на нас оказывает влияние многие факторы, наша история в прошлом формирует то, какие мы в настоящем и так далее. In other words, we must resist an oversimplified view of human personhood. Другими словами, нам нужно избегать вульгарного взгляда, одностороннего взгляда на то, что такое человек. That treats us just like animals. Восприятие человека как еще одного животного. Now, it's fun to be an image bearer. Хорошо быть носителем Божьего образа. We get to fall in love. Мы можем любить и быть любимыми. I'm going to the ballet tomorrow night. I'm going to enjoy that. Завтра вечером я пойду на балет и буду наслаждаться. Я думаю, что я буду наслаждаться им. There aren't going to be any animals in the audience appreciating the beauty of ballet. В зале во время балета не будут сидеть животные и радоваться красоте этого балета. We get to do friendship, we get to do community, we get to be happy, we get to laugh. All of these things are benefits of being a complex image bearer. Мы дружим друг с другом, мы формируем различные сообщества, мы хорошо вместе проводим время. Все это является частью нас, как людей, носителей Божьего образа. But being an image bearer that is fallen is also a very difficult thing. Однако, носитель Божьего образа, который впал в грех, это еще более сложная штука. Animals don't get their heart broken. Потому что невозможно разбить сердце животным. Animals do not suffer trauma like we suffer trauma. И животные не страдают от тех травм, от которых страдаем мы. Animals don't get depressed and commit suicide. Животные не впадают в депрессию и не совершают самоубийство. So we have these wonderful things that we get to experience. Получается, с одной стороны, у нас есть много преимуществ от того, кто мы. But we also have these unique, complex burdens that we have to bear. С другой стороны, у нас есть уникальные трудности, с которыми мы сталкиваемся. And all of that comes from our story. И все, у всего этого корни уходят в нашу историю. Meaning, if you're an image bearer of God, living in a perfect world and a perfect story, it would only be good. Другими словами, если вы носитель Божьего образа, и если бы вы жили в совершенном безгрешном мире, и с вами бы ничего греховного не происходило, вы были бы чисты, все было бы хорошо. But you're not. Но ситуация не такова. You're an image bearer living in a fallen story. Вы носитель Божьего образа, который живет в мире с длинной историей греха. And that forms you in different ways. И эта история оказывает на вас формирующее воздействие по-разному. Which leads me to the biblical understanding of the complexity of the fall. И это подводит меня к тому, что грехопадение и его последствия также многогранны. When we think about the fact that we are fallen, we typically just think about that as individuals. Когда мы говорим о том, что мы люди, падшие существа, грешные существа,
Как правило, мы думаем об этом с точки зрения индивидуальной. Мы отдельные люди. Meaning, what we think it means, what we think the fall means is that I'm a sinner. Мы так мыслим. Произошло грехопадение, в результате я грешник. And that's true. И это правда. But it's much more complex than that. Но все несколько сложнее. You are not just someone who sins, you are someone who has been sinned against. Вы не только человек, который согрешает, вы также и человек, против которого согрешали и согрешают. Meaning we all bear unique wounds of the fall. Другими словами, на каждом из нас отразилось грехопадение, грехи оставили на нас свои рубцы. Sometimes those are physical wounds. Иногда это даже физические следы. Either you're born with a physical ailment. Может быть, кто-то из вас родился с каким-то врожденным пороком. Or you suffer an accident and the fall hurts you physically. Или же вы попали в аварию, или вы в детстве вас уронили, вы упали, и это сделало ваше тело поврежденным. Or just getting old and body's aging and ultimately having to die. Или вы просто все больше стареете, ваше тело уже не то, и однажды вы умрете. I hope you know that's not the way it's supposed to be. Я надеюсь, вы сознаете, что не так все должно было быть. Image bearers were not created to live in a world like that. Носители Божьего образа не были созданы для того, чтобы жить в этом мире так. Now we understand that from the physical perspective. Мы понимаем это с точки зрения физической. But remember, we talked about last night, we are not just physical beings. We are a complex integration of physical and spiritual. Но помните, вчера мы говорили, мы не просто физические существа. Мы очень сложное соединение физического и духовного. And so not only do our physical bodies bear the wounds of the fall, but our souls bear those wounds as well. Поэтому не только тело несет на себе последствия греха, но и наши души несут на себе последствия или следы греха. Every trauma, every time that you have been sinned against, everything bad that has happened to you hurts the soul, just like our bodies get hurt. Каждая травма, каждое тяжелое переживание, каждый грех, который против вас был совершен, ранит душу. Точно так же, как физические раны оставляют следы на физическом теле. And in the same way our bodies have bare scars, our souls bear scars. Есть шрамы на коже, на теле, есть шрамы на душе. But there is a biblical principle that recognizes something unique about our soul wounds. Библейский принцип, который признает что-то уникальное в наших душевных ранах. And it's this: our greatest wounds come from those who are supposed to love us best. И вот он вот в чем состоит, что наши самые глубокие раны нанесены теми, кто должен нас любить больше всего. And that specifically is our parents. И это, если быть более конкретными, наши родители. A language that we use to describe a lot of the counseling we do is called family of origin. Of origin. Of origin, yeah. А выражение, которое мы используем, может кто-то подскажет, если есть термин на русском, в нашем англоязычном консультировании мы говорим о семье, в которой человек вырос, семья происхождения буквально. Because we recognize the disproportionate power our parents have over us. Потому что мы признаем, что власть, которую имеют над нами родители, не сравнится ни с какой другой властью или другим воздействием на нас. So this is obviously very prevalent in the field of psychology. И, разумеется, это понимание, вся эта область очень сильно исследуется психологией. But what I want you to know is that it wasn't Freud who invented that idea. Но я хотел бы вам сказать, что не Фрейд это все придумал. Freud was picking up on a truth that has been true since God created us. Фрейд просто сформулировал и красиво написал об истине, которая была истиной и была известна с тех пор, как Бог сотворил землю. The reason why we are so deeply affected by our parents and the way they raised us is because that's how God created the family. Причина, почему наши родители оказывают на нас такое глубокое влияние, в том, что так сотворил Бог.
If you read the Bible, you will notice its emphasis on generations. Если вы читали Библию, то вы наверняка заметили, как сильно там подчеркивается связь поколений. You will notice how it talks so much about how the sins of the father will visit the next generations. Вы могли заметить, насколько сильно грехи отцов отражаются на жизни детей. Now, what that's talking about in Scripture is not that because your dad sinned, he's punishing you. Но Писание при этом не имеет в виду следующее: если твой отец согрешил, значит Бог сейчас тебя наказывает. What it's talking about is that the father and the mother have such power over their children that their failures will literally be felt down to the generations. То, что Библия на самом деле имеет в виду, это что настолько сильно влияние и власть родителей, что их проколы, их ошибки будут сказываться на тебе, хочешь ты этого или нет. That's how powerful the family is, according to Scripture. Настолько большое влияние имеет семья, так учит Писание. Now, before the fall, that was a glorious thing. До грехопадения от этого были только плюсы. It was this beautiful setup where the parents had this power over their children and children's children, and if you have perfect parents, the system works. Все было устроено прекрасно, когда родители имеют полную власть над своими детьми, огромное влияние на них. И когда родители совершенные, то их детям хорошо, потом их внукам хорошо. То есть система работает как задумано. And this was the original design when God told our first parents to be fruitful and multiply and fill the earth. В этом и была первоначальная задумка Бога, когда Он сказал нашим прародителям плодиться, размножаться и наполнять землю. Children and children's children and children's children's children filling the earth with the perfect discipleship of their parents. Божий план был в том, чтобы дети и дети детей, и дети детей детей заполняли землю все дальше и дальше, и тем самым исполнялся этот замысел. But now, after the fall, that has become incredibly destructive. Однако после грехопадения вот эта связь стала чрезвычайно деструктивной. Because the power of the family remains. Потому что сила семьи по-прежнему остается. But now that power is used to harm us, not help us. Однако теперь эта сила направлена на то, чтобы разрушать нас, а не помогать нам. Now we are not formed by our parents in healthy ways. In many ways, we are deformed by our parents. Теперь зачастую влияние родителей оказывает на нас это влияние не формирующее, а деформирующее. So when we talk about biblical counseling and we get into stories and talk about your parents and all those things that you don't want to think about or talk about. Поэтому, когда мы говорим о библейском консультировании, библейском душепопечении, и мы говорим о предыдущей истории человека, семья, родители, вот все то, о чем нам, естественно, не хочется говорить сильно. That is not psychobabble. Do you all use that word? I don't know the exact. То есть это не просто какие-то психологические штучки. That is biblical. Это имеет библейское основание. It recognizes the covenantal power of the family. Просто тем самым мы признаем заветную власть, которую семья имеет. So, we are complex image bearers living in a complex fallen world. Итак, мы многогранные носители Божьего образа, которые живут в сложном, многогранном, падшем мире. And what this leads to is complex sinners. И приводит это к тому, что мы многогранные в своем грехе. Sin is so much more than just doing bad things. Грех — это нечто несравненно большее, чем просто плохие поступки. Remember when Jesus told the Pharisees, told his disciples, but the Pharisees were listening in. But remember, когда Иисус говорил фарисеям, точнее ученикам сказал, но фарисеи его слушали.
You have heard it said, do not commit adultery. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. But I tell you, if you look with someone with lust in your heart, you've committed adultery. А я говорю вам, если ты посмотрел на женщину с вожделением, то ты уже совершил с ней прелюбодеяние. You have heard it said, don't commit murder. Слышали, что сказано, не убивай. I say to you, if you have hatred in your heart towards your brother, you have killed him. Я говорю вам, если у вас в сердце ненависть к брату, то вы уже виновны в убийстве. Do you see how Jesus looks far deeper and more complex when it comes to the issue of sin? Видите, насколько Иисус смотрит глубже и более комплексно на явление греха, глубже, чем просто поверхностный взгляд, просто поступок. Because he recognizes how deep this problem goes and how complex it is. Потому что он понимает, насколько это глубокая проблема и насколько она комплексная. So Jesus did not view humanity as bland sinners. Поэтому Иисус не смотрел на людей как на одинаково стриженных грешников. But as unique, complex sinners. Он видел в них уникальных грешников, комплексных людей в своем грехе. And where does the complexity of who we are as sinners come from? Откуда появляется эта наша сложность или уникальность в нашей греховности? It comes from our story. Она продиктована тем, какое наше прошлое. It comes from our parents. Она продиктована нашими родителями. So if you want to get serious about dealing with sins, поэтому если вы хотите проблему своих грехов решать всерьез, then you have to get serious about dealing with your story. То тогда вам нужно всерьез проанализировать и свое прошлое. So that's a defense of counseling. That's my attempt to show you that what we do in counseling is biblically founded. Итак, это моя попытка показать, что библейское психологическое консультирование — это то, что нам нужно делать, и это не противоречит Писанию. A complex issue needs an equally complex solution. Многогранный вопрос требует многогранного решения. Okay, so that's what the scriptures say about, that's a defense of counseling from scripture. Итак, это моя защита душепопечения, консультирования из Писания. What is a paradigm of counseling from scripture? Однако, какая модель, какую модель мы видим в Библии? Meaning, what is the biblical way to do counseling? Другими словами, как консультировать правильно по-библейски? I felt the need to help my people understand in simple terms what we're actually doing in counseling. Я в свое время почувствовал нужду объяснить доходчиво людям в своей церкви, чем мы занимаемся, именно когда мы занимаемся душепопечением. And so what I did is I took my own experience with counseling. Я обратился к своему собственному опыту, что я получил. I took all the research that I'd done on counseling. Я прочитал все, что мог прочитать об этом, об этой области деятельности. I talked to my wife, who is a certified therapist. Я therapist in the area. Like in area. Counseling. Mm-hmm. Counselor. И я разговаривал со своей женой, которая имеет сертификат, то есть лицензию на деятельность по психологическим консультациям. And I reduced it all down into the most simple paradigm. И я все это свел до самой такой сути, до скелета, упрощенной модели. Good counseling, good Christian counseling, хорошее христианское душепопечение will essentially take you through the process that I'm about to explain. По сути, должно пройти с вами те шаги, которые я обозначу. And it's a three-step process. Это процесс в три шага, три этапа. Now listen, even though I'm giving you a paradigm and a process and three steps, it's not simple. И поймите, хотя я вам даю какую-то модель, три пункта, три шага, не все ж так просто, вы понимаете? I make it simple, but it leaves room for counseling to be
very complex. Я упрощаю, но моя эта упрощенная модель оставляет много места для всех сложностей и нюансов. There are many different counseling techniques to do what I'm about to explain. Есть очень много разных методов и техник, как каждым из этих аспектов заниматься. But at its core, this is the paradigm for counseling that I see from Scripture. Но тем не менее, это суть модели, суть парадигмы, которую я нахожу в Писании. So let me give you the three, and then we'll briefly go through each of them. Я вам перечислю их, и каждый из них мы рассмотрим. This is going to be another one of those problems where it's alliterated in English, but it won't be for you all. И опять же, у меня аллитерация, все с одной красивой буквы начинается, на одну и ту же букву, точнее, начинается, а у вас нет. So, but at our church we call it the three V's. Мы называем в нашей церкви это три V. But it's not going to work for y'all. Probably not. It's victim, villain, victim, villain, victory. У нас куда менее благородно это звучит, как вы сейчас убедитесь. По-английски здесь все на V, victim, villain, victory, то есть жертва, злодей и победа. Спасибо, Тарас, ты выручил. But essentially, you have to deal with who you are as a, what happened? Просто слово villain еще можно перевести как палач, но я не рекомендую такую аббревиатуру. I want it on the joke. You cannot. Okay, all right, inside jokes, all right. Поэтому я буду употреблять злодей. Но имеется в виду, смотрите, есть жертва, есть палач, тот, кто совершает как бы казнь над ней. Поэтому будем пользоваться злодеем. All right. Basically, what we do in counseling is we discover who you are as a victim. Итак, во-первых, в душепопечении мы определяем, в чем вы являетесь жертвой. In order to discover who you are as the villain. И это делается для того, чтобы потом определить, в чем вы злодей. Which will then lead to a way forward into victory. И после этого мы сможем уже достичь победы. So let me explain what I mean by that. Okay. Давайте я объясню, что каждый из этих пунктов означает. Victim. Итак, жертва. Christians are much more comfortable being a villain than a victim. В общем, христиане куда более склонны себя рассматривать как злодеев, чем как жертв. In fact, we don't even like the word victim. Нам даже не нравится слово жертва. And that is why it is easier to confess our own sins than to confess the ways we've been sinned against. Поэтому нам легче исповедовать свой грех, чем признать то, что против нас кто-то согрешал. So if I were to ask you, if you're a Christian here, if I were to ask you, what are sins that you struggle with, you wouldn't have a hard time answering that. Если бы я спросил вас, если вы верующий человек, где ваши искушения, в чем ваши искушения, в чем вы согрешаете, вам было бы, наверное, легко обозначить их. But if I were to ask you, tell me the ways you've been sinned against, that'd be harder. Если бы я вас спросил, скажи, какие грехи окружающих или близких людей отразились на тебе больше всего, наверное, это тяжелее было бы. But in the same way that unconfessed sins will destroy you. Но точно так же, как наши собственные нераскаянные, неисповеданные грехи разрушают нас. Meaning, if you've got a hidden sin that you're not telling anybody about, you know eventually that will destroy your life. То есть, если вы знаете, что у вас есть скрытый грех, нераскаянный грех, которым вы продолжаете грешить, это будет разрушать вашу жизнь. Well, in the same way, unconfessed ways that we have been sinned against will destroy us as well. Тоже касается и тех грехов, которые против нас люди совершали, если мы их не обнаруживаем и не признаем. If you just hide and pretend and suppress your wounds, they will destroy you. Если вы будете делать вид, как будто ничего не произошло, подавлять это, пытаться забыть, это будет с вами, и это будет разрушать вас. So in the same way your sins need to be confessed, your pain needs to be confessed. Поэтому нужно как исповедовать свой грех, так и открыть свою боль.
Meaning you have to go there and deal with the ways you've been wounded. Это означает, что вам нужно вернуться к тому, что с вами произошло, и разобраться с этим. Now the problem with modern therapy, at least it is in our country and it might be here, but the problem with modern therapy is that it only looks at the ways that we've been wounded. Проблема современной психологической помощи в том, что это единственное, с чем она имеет дело, с тем, как против нас что-то делали. And so this type of counsel turns into kind of a self-introspective narcissism. И такое консультирование превращается в интроспекцию нарцисса. And that's why we kind of have this aversion to counseling. Именно поэтому мы христиане часто избегаем психологической помощи. Вот с чем она у нас ассоциируется. Because we think it's just sitting around complaining about how everybody's hurt us. Потому что психологическая помощь — это когда ты приходишь и рассказываешь, жалуешься на кушетке, как все тебя обижали в детстве. Especially your parents. Особенно родители. But we don't want to be victims. Но нам не нужно оставаться жертвами. And so we overcorrect. And so we overcorrect. We react to that with an overcorrection that never lets ourselves be victims. Поэтому мы говорим, быть жертвой — это неправильно, надо в противоположную сторону идти. What we see in Scripture, however, is that we are simultaneously victims and villains. Однако то, что мы видим в Писании, это что и то, и другое истинно одновременно. Мы и жертвы, и злодеи. And the former shapes the latter. И первое формирует, то есть мы в своем первом качестве формируем мы потом в нашем втором качестве. То есть как жертвы мы потом превращаемся в злодеев. So who I am as a villain is shaped and formed by who I am as a victim. Я стал таким злодеем, потому что я был такой жертвой. So this good counseling does end in my own repentance. Поэтому хорошая психологическая помощь на самом деле заканчивается призывом ко мне покаяться. But for me to repent on the deeper levels that Jesus demands of us. Но для того, чтобы я смог раскаяться на том глубоком уровне, которого ожидает от нас Иисус, I have to understand my story and I have to understand what led to my unique sinful patterns. Я должен понять свое прошлое, я должен понять, что привело меня к той ситуации, в которой я сейчас нахожусь. So yes, counseling, good counseling will start with your story. Поэтому да, хорошее душепопечение будет всегда начинаться с разбора вашего прошлого. Helping you discover things that you want to forget. С того, чтобы понять вам, обнаружить то, что вы хотите забыть. Pinpointing the traumas that dramatically have impacted you and led to your own sinful patterns. Чтобы найти эти буквально точки в вашей жизни, в вашем сознании, где вы несете и терпите последствия травм, что вам причинили когда-то. And most significantly, discover how the power of your parents, the God-ordained power of your parents, harmed and shaped you and formed you into the person that you are. И самая главная цель этого — помочь вам увидеть, как та власть, Богом данная власть, которую получили ваши родители над вами, сформировала вас такими, какие вы есть. And then, yes, good counseling will not leave you there. И, разумеется, хорошее душепопечение не оставит вас на этом этапе. But will then move into your issues. Оно потом перейдет к проблемам, за которые уже вы несете личную ответственность. So, yes, you were sinned against. Да, против вас грешили другие. But at the end of the day, you are accountable for your sins, though they were formed by the ways you were sinned against. Но в конечном итоге за свои грехи несет ответственность кто? Вы. Хотя вы были сформированы с предрасположенностью к этим грехам. So,
It might surprise you that this pattern is even present at the very beginning of the Bible. И для вас может быть это удивительным, но эта логика присутствует уже в самом начале Библии. We think the first sin that takes place in the Bible is when Eve ate the forbidden fruit. Мы думаем, что первый грех, который присутствует в Библии, это когда Ева вкусила запретный плод. But there was one before that. Но был еще один. She was lied to. Ей соврали. Someone came. Кто-то пришел. Satan came. Пришел сатана. And told her a lie. И сказал ей ложь. She was a victim of untruth. Она стала жертвой лжи. That was an unjust thing that happened to her. И что-то несправедливое с ней совершили. And неправильное. And in response to that, she chose to sin. И в результате этого она тоже избрала грех. But God held her accountable for that choice. Однако Бог с нее спрашивал за ее выбор. So, the reason why we go into who we are as victims. Итак, причина, почему мы исследуем свое прошлое, разбираемся, в чем мы стали жертвами. Is to better understand who we are as villains. В том, или не только причина, но и цель. Цель в том, чтобы лучше понять, почему мы сейчас такие злодеи. Like I've said, we are all sinners, but I have to discover what type of sinner I am. Как я уже сказал, мы все грешники, но нам нужно разобраться, в чем моя уникальная греховность. So, let me use myself as an example here. Использую себя в качестве примера. I grew up with a father who put a lot of pressure on me to succeed. Когда я был еще ребенком, мой отец был такой человек, он много на меня давил, чтобы я достигал высоких результатов. I only really sensed his pleasure, I don't know if that's the word you would use, I only sensed his approval when I would do something well. Я чувствовал его любовь или одобрение только тогда, когда я с чем-то хорошо справлялся или добивался чего-то. In fact, it was as if he was living through my success. Такое впечатление создавалось, что его жизнь состояла в этих моих успехах. And so what this formed in me as a child is an idolatry of ambition and success. И меня это сформировало как идолопоклонника, который на самое высокое место ставит амбиции и успех. I had to prove myself to everyone. Мне нужно было самоутвердиться перед всеми. I lived for the approval of people. Я жил ради людского одобрения. And so, when you look at my story and my unique sins, поэтому, когда мы смотрим на мою историю, мои уникальные грехи, they bear that story. Мои грехи несут на себе отпечатки моего прошлого. So, in my worst unhealthy moments, and I talked about this the night that I talked about my breakdown, в самые мои худшие, самые нездоровые моменты, в тот период, когда я был в состоянии нервного срыва, I have this unhealthy ambition about me. Надо мной господствовала эта нездоровая амбициозность. I have to prove something to the world. Я должен был что-то доказать этому миру. And in its worst forms, I even used Jesus to make myself seem awesome, meaning I twist the ministry into something about my own ambition. И самое худшее проявление этого были в том, что я пользовался самим Иисусом, то есть фактически служение для меня становилось средством для того, чтобы самоутвердиться. Now I never saw that until my breakdown. Пока не случился мой нервный срыв, я этого даже не замечал. But when I learned my story and I saw how my dad raised me to be this success machine. Но когда я посмотрел на свое прошлое и вспомнил своего отца, он как он меня воспитывал, я понял, почему я превратился в машину по достижению успеха. I started to see these
more subtle, unhealthy sins in my life. Я благодаря этому стал замечать более тонкие грехи в своей жизни. But I also started to see the obvious sins that I'd always known about. I started to see those differently. Но также и те грехи, о которых я знал, довольно очевидные грехи, я тоже начал видеть по-новому. Take the issue of pornography. Если, допустим, взять вопрос порнографии. I struggled with pornography from essentially when I was exposed to it when I was 12, pretty much up until my engagement for marriage. Я испытывал проблемы с порнографией, наверное, начиная с 12 лет, когда впервые с этим столкнулся, практически до периода своего обручения. And certainly when I became a Christian, I realized viewing pornography is a bad thing. И, разумеется, когда я стал христианином, я сразу знал, что смотреть порнографию плохо. I viewed it as a bad sin that I should not do. Я считал это большим грехом, который нельзя совершать. But when I started to get into my story, I started to see my struggle with pornography differently. Однако, когда я лучше разобрался со своим прошлым, я посмотрел на пристрастие к порнографии под другим углом. There was much more going on there than just sexual gratification. Там намного больше всего было, чем просто желание сексуального удовлетворения. You see, in the world of pornography, I am the man. Понимаете ли, в мире порнографии я мужик. It creates this fantasy world where it creates this fantasy world where everybody is obsessed with meeting your needs and reaffirming your manhood. Создается этот искусственный иллюзорный мир, где все существует ради удовлетворения твоих нужд и подтверждения твоей мужественности. And this is the intoxicating allure of pornography for insecure men like me. И именно этим подкупает, именно этим опьяняет порнография таких неуверенных в себе мужчин, как я. By the way, every time I talk about pornography, кстати, каждый раз, когда я говорю о вопросе порнографии, I'm careful to say that this is not just a struggle for men. Я хочу подчеркнуть, что это не обязательно и не исключительно проблема мужчин. We have got to, in the same way we have to destigmatize depression and anxiety, we have to destigmatize the pornography struggle for women. Точно так же, как мы должны снять клеймо с депрессией, мы должны снять клеймо с порнографической зависимостью женщин. Many women, and it's only rising, but many women struggle with this issue. Есть много женщин, которые страдают этим, и их процент только увеличивается. And then you get guys up there talking about pornography and treating it like it's only a man issue. И часто люди говорят об этом, выступают, говорят об этой мужской проблеме. And then it just leads to deeper shame for the women who are struggling with it. И когда об этом говорится только как о мужской проблеме, то побочные эффекты этого, что женщины, которые страдают этой зависимостью, чувствуют себя еще хуже. So of course, when I look at pornography, I say, I totally understand why it's so alluring to women. Поэтому, когда я думаю о вопросе порнографии, я прекрасно понимаю привлекательную сторону ее для женщин. This fantasy world where everything's perfect and you are so desirous and people want you so badly. Это фантастический мир, где все великолепно и где ты для всех желанный. Absolutely, that is enticing to women. Это совершенно понятно, почему это может притягивать и женщин. Anyway, this is not about pornography. Хорошо, сейчас мы не на этой теме, не на теме. I could come back next year and do a conference on pornography. В следующем году могу приехать и посвятить этому отдельную конференцию. Because that one's needed too. Потому что это тоже очень нужный вопрос. But all I'm trying to show you is how it is so much bigger than I'm just a sinner that needs to stop doing bad things. Я тем самым лишь пытаюсь вам показать, что нужно смотреть глубже клише, когда мы говорим «я грешник, много чего плохого делаю». I am a victim of the fall. Я жертва грехопадения. That has been formed in unique ways. На котором грех отразился каким-то уникальным образом. With unique idols. Какие-то
IDOL. IDOL, yeah. Какие-то уникальные идолы у меня сформировались. Unique struggles. У меня уникальное искушение. And it's only through the complexity of counseling that this deeper understanding is discovered. И только благодаря всеохватному, глубокому душепопечению нам можно разобраться в том, кто мы и что там у нас происходит. Now, if the word counseling, if you get hung up on the word counseling, could you continue that? Yeah, if you get hung up on the word counseling, then just view it as discipleship. Смотрите, если кому-то не нравятся такие слова, как психологическая помощь, консультирование, назовите это ученичеством. All counseling is, at its core, is deeper, more intentional, more thoughtful discipleship. Потому что что такое психологическая помощь, консультирование, душепопечение? Это просто ученичество на более глубоком уровне. Okay. Victim, villain, what do we do with all of that? Итак, сначала жертва, потом злодей, а дальше-то что делать? My third V, which I'm sure is not a V for you, поэтому all is victory. Поэтому наша третья буква, самая благородная. We don't just stay there in counseling. Нам нельзя оставаться на этапе пациента душепопечения. And that's really important to understand. Это очень важно понимать. Bad counseling leaves you in an endless introspective journey that's not taking you anywhere. Плохое душепопечение приводит вас к бесконечному, бесконечной интроспекции, которая никогда не заканчивается и которая ничего не меняет. But that's not the purpose of counseling. Не в этом цель душепопечения. The purpose of counseling is victory. Цель в том, чтобы достичь победы. Victory over things that you never thought you could have victory over. Достичь победы над тем, что вы не мечтали победить. Including, yes, your depression and anxiety. Включая, совершенно верно, вашу депрессию, вашу тревогу. What does victory mean? Что означает победа? Christians tend to think of victory through one of two faulty extremes. Христиане скатываются к одной из крайних точек зрения, когда речь идет о понимании победы над грехом. Either cynicism or triumphalism. Это либо цинизм, либо триумфализм. Many Christians are cynical about victory and think there's really no hope for me. I'm just going to have to wait to get to heaven and Jesus will fix me. Некоторые христиане относятся цинично к перспективе достичь победы над грехом, потому что они говорят, ну, пока на небо не попаду, бесполезно. Others are wrongly triumphalistic, thinking victory is as simple as a sincere prayer, an encounter with God's Spirit, claiming victory by faith. If you just have enough faith, victory is easy. Другие, с другой стороны, больны вот этим ошибочным триумфализмом, когда они говорят, что достаточно просто поверить, достаточно принять, они там провозглашают, что все, греха нету, и чем нет у них больше никаких проблем. But both of those extremes are wrong. И одна крайность плоха, и вторая. Biblical victory is somewhere in between. Потому что библейская победа находится внутри этих двух полюсов, между ними. Contrary to cynicism, victory is possible by the power of God's Spirit that raised Christ Jesus from the dead. Вопреки циничному отношению, победа на самом деле возможна силой Божьего Духа, силой Духа, который воскресил Христа из мертвых. Contrary to triumphalism, victory is a long, difficult journey of picking up your cross and following Jesus. Однако эта победа — это не триумфализм, потому что победа достигается через то, что мы берем свой крест и каждый день следуем за Христом. Knowing my story, knowing my unique struggles, and learning how to live, learning how to crucify, do you all use that language? Crucify those on a daily basis. Это когда мы знаем, какое у нас прошлое, как мы сформированы, мы знаем, с чем мы сталкиваемся сегодня, и мы способны ежедневно распинать эти свои грехи. Now that journey of victory follows two paths. И этот путь победы проходит по двум, как бы на двух рельсах едет. One addresses who you are as a victim.
Одна рельса касается, или один рельс, да, как грамотно говорить, касается того, кто мы как жертвы. The other addresses who you are as a villain. А второе адресует, кто мы как злодей. Forgiveness heals who you are as a victim. Прощение. Когда мы прощаем, мы получаем исцеление как жертвы. Repentance heals who you are as a villain. Покаяние приносит нам исцеление как злодеям. And so what do we do with this journey of counseling that we've been on where we've discovered who we are as victims and villains? И что мы делаем в этом своем пути, где нам помогают душепопечением? Что мы делаем в качестве жертвы и в качестве злодея? We go through the process of forgiveness and repentance. Мы проходим через процесс прощения и через процесс покаяния. But when I talk about forgiveness and repentance, I'm talking about it in the deepest levels. Но когда я говорю о прощении и о покаянии, я говорю об этом в самом глубинном смысле слова. We are so trite with forgiveness. В вопросах прощения мы можем быть настолько поверхностными. We're basically, we just suppress, move on, and we think that's what it means to forgive. Мы просто подавляем в себе какие-то мысли, двигаемся дальше и думаем, что произошло прощение. That's not forgiveness. Нет, это не прощение. And if that's how you view it, their wounds, those wounds, the way they've hurt you, will continue to own your story. Если вы продолжаете прощать так поверхностно, раны, причиненные вам, на самом деле останутся и будут продолжать контролировать вас. When I say forgiveness, I mean that the chains of their wounds have literally been broken. Когда я говорю прощение, я имею в виду, что цепи, которые связывают нас, на самом деле сломлены. That they are forgiven and they own you no more. Эти грехи против вас, которые были совершены, прощены, и они больше не держат вас, не давлеют над вами. Now to forgive like that is going to be a lot more work than just saying I forgive you. И простить так требует намного большей работы, чем просто сказать прощаю, проехали. You're going to have to admit the pain. Во-первых, нужно признать боль, которая вам была доставлена. You're going to have to process the pain. Вам нужно переварить эту боль. You're going to have to admit that pain is in fact hurting you. Вам нужно признать, что эта боль очень болезненная для вас. You're going to have это обида болезненная. You're going to have to start telling the truth about your story. Другими словами, вам нужно начать говорить правду о своем прошлом. And most importantly, you're going to have to get angry. И самое главное, вам нужно начать злиться. I shared a little bit of my story, but I have a horrific story when it comes to my home. Когда речь идет о моей семье, то у меня там была ужасная история. Я имею в виду семья родителей. My dad was unfaithful, my parents were constantly fighting, and ultimately it ended in divorce. Папа маме изменял, были постоянные конфликты, все закончилось разводом. And amazingly, I had never been mad about that. И, на удивление, меня никогда это не злило. How is that possible for a child? Как такое может быть? To have to deal with a father being unfaithful to his mother and to have to deal with not a moment of peace but only fighting in the home and have to deal with a divorce and never get mad. Что ребенок живет в доме, где папа изменяет маме, где они постоянно ругаются, мира нет ни минуту, и его это не злит? You know exactly how it's possible because you do the same thing. Вы сами знаете, как это возможно, потому что вы сами таким занимаетесь. So we have to actually deal with our trauma for the first time. Нам впервые нужно признать свою травму и разобраться с ней. So that you can actually truly forgive for the first time. Для того, чтобы впервые произошло подлинное прощение. My heart now is tender, loving and released from my parents. Моё сердце сейчас смягчено, оно открыто, и оно с любовью относится к моим родителям. But that only happened when I truly forgave them. Но это стало возможным только тогда, когда я действительно простил их. So what do you do with who you are as a victim?
Поэтому что нам делать с собой в статусе жертвы? Real forgiveness. Нам нужно даровать людям подлинное прощение. What do you do with who you are as a villain? Что нам делать с собой в качестве злодея? Real repentance. Нам нужно подлинное покаяние. In the same way that we are so trite with forgiveness, we are so trite with repentance. И мы, поскольку прощаем поверхностно и неглубоко, часто и раскаиваемся поверхностно и неглубоко. We deal with it on the surface level and think it's just bad things that you stop doing and good things that you start doing. Мы поверхностно раскаиваемся, мы говорим, ну вот, больше плохого не делаю, начал делать хорошее. But what good counseling does is it empowers you to repent on the much deeper levels. Но то, в чем помогает душепопечительская помощь, это она придает нам способность раскаяться на более глубоком уровне. Again, back to pornography. Вернемся к примеру с порнографией. I had always thought it was just bad to look at porn, so stop looking at porn. Я всегда просто так думал. Плохо смотреть порнографию, очень плохо. That's not repentance. Нет, это не покаяние. You shouldn't look at porn. Да, нельзя смотреть порнографию, плохо. But you have to discover the deeper dispositions of your heart that makes porn so alluring. Но тебе нужно разобраться в глубинных устремлениях твоего сердца, благодаря которым порнография становится столь привлекательной. And it's there that you bring repentance. И именно там возможно покаяние. So I'm talking about not just somebody who repents in the sense of they can control their anger. Поэтому я говорю о покаянии не в таком смысле, как, например, человек, склонный к злости, сдерживает свой гнев. I'm talking about becoming a person who actually has peace within. Я говорю о человеке, который способен испытывать внутренний мир. I'm not talking about somebody who is actually able to use good techniques or medicine or the things we talked about last night to keep their anxiety under control. Я не говорю о том, что человек знает, как использовать какие-то трюки психологические или который просто принимает медикаменты и они сдерживают его. I'm talking about someone who has repented of these deeper issues that lead to the anxiety. Я говорю о том, чтобы человек разобрался с глубинными проблемами, которые привели его в состояние тревоги и депрессии. So, in other words, when we talk about repentance for who we are as victims, we're talking about a deeper repentance for a deeper understanding of our sin. Другими словами, когда мы говорим о глубинных изменениях, это изменение требует глубинного покаяния в наших грехах. And that's what good counseling can do for you. И это именно то, чем может помочь правильное, качественное душепопечение. Show you how you need to truly forgive. Оно покажет вам, как вы должны простить. And how you truly need repent. Действительно простить, и в чем вы действительно глубоко должны раскаяться. Which is the path to victory and freedom. И это и есть путь к победе и путь к свободе.